Всем привет, народ, с вами Аванкор, и сегодня я вам покажу, как установить мод на пиратку Айзека, который показывает описание предметов. Также мы его настроим и переведем на русский язык, потому что у большинства он на английском. Итак, для начала нам нужно скачать два мода. Первый — это сам мод, который показывает описание предметов, он называется Item Descriptions. А второй — это Config Menu, он нужен для того, чтобы перевести первый мод на русский язык. Ссылку на эти два мода я оставлю в описании. Итак, после того, как вы скачали моды, открываем корневую папку игры. Для этого на рабочем в столе нажимаем по игре правой кнопкой мыши и расположение файла. Дальше открываем папку mods и перекидываем сюда скачанные файлы, а именно две папки. После открываем игру, переходим в mods и видим тут установленные моды. Нажимаем два раза tab, чтобы выключить и включить моды для того, чтобы они обновились. Нажимаем escape, игра может немного подумать. И теперь давайте зайдем в игру и проверим мод. Итак, как мы видим, когда мы подходим к предметам, появляется их описание, но оно на английском. Чтобы поменять на русский язык, нажимаем на английскую L. У вас открывается мод меню. Стрелочками спускаемся на третью вкладку. После выбираем General, и тут меняем язык на русский. Также тут можно менять не только языки, но и как у вас будут отображаться описания. Например, текст и размер. Но тут уже сами все настроите под себя. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, это видео вам помогло. Если вы еще знаете какие-то полезные моды для Айзека, то пишите их название в комментариях. Может быть, я сделаю видео про топ полезных модов в Айзеке. Ну что ж, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Ванкор. Всем удачи и всем пока.